девчонки, как вам сюрприз? Смотрите, у нас на подоконнике снег лежит. И там все так красиво. Ого, как это? Вы тоже так сможете, когда закончите школу феи принцессы русалок. Мяу, всем привет, котята, я кошка Лана. Да, а не Ева, как вы могли подумать, она просто у меня перед лицом, потому что ей ходить нельзя. Так что мы сегодня с девчонками... Ульян, ты что там на роликах? А ну стой, я не хочу, чтобы ты... Ну ладно, или хотя бы аккуратнее, а то если ты еще ногу сломаешь, то это совсем будет кошмар. Так вот, котят, сегодня мы с девчонками идем, сначала проверить ногу Евы, потому что мне кажется, что хватит ее уже таскать. Я видела, как она встает с кровати и начинает прыгать, может там и нет никакого перелома. Мы пойдем сегодня к врачу, узнаем, что с ногой, а потом у меня есть один сюрприз для вас и для девчонок тоже. Так что дождитесь его. А теперь побежали. Ну что, так, Ульян, нам нужно к врачу. Я думаю, что мы отправимся через главную площадь. Быстренько телепортируемся. Тут какая-то женщина с коляской для троих детей. Вот это ей, наверное, очень здесь будет тяжеловато, да. Я помню, как троих детей здесь таскала. Да, за ними глаз да глаз нужен. Ульян, где там? Давай, Ульян, не теряйся, побежали. Идем в часть города, где находится больница. Тут девочка уснула, надеюсь, что с ней все хорошо. Итак, идем. Ульян, только осторожно, я тебя прошу, тут камни на дороге. Вы смотрите, как она их перепрыгивает. Вот это мастерское катание на роликах. Ну что, нам сюда. Здравствуйте, опять никого нет. А что это за больница такая, где никто не работает? Пойдемте по кабинетам посмотрим. Может, в этой палате? Так, я думаю, что Еву нужно здесь оставить, а самой сбегать поискать доктора. Ева, отлично, молодец, самостоятельно. Вы смотрите, очень уверенно стоит на ногах. Мне кажется, гипс можно снимать. Тем более, тут какой-то практически невидимый. Ульян, посмотри за сестрой. Ой, там в соседней палате происходит что-то страшное. Ладно, я не буду туда заходить. Вдруг они там очень заняты. Так, здесь доктора тоже нет. Это операционная, здесь тоже нет. Так. Может быть, здесь у нас где-то должны быть. А вот маленькие мипчики. Ладно, я сейчас все узнаю у врача, а потом вам скажу. Так, я привела врача. Ну что, вы будете заходить вообще в кабинет или нет? Ага, кабинет или нет? Вроде все нормально. Так, она говорит, что все в порядке. И она снимет и сейчас Еве гипс. Отлично, значит, мы можем отправляться туда, куда я хотела. Здорово. Ну что, Ева, как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Вроде должно быть, раз врач сняла гипс, мне кажется, что Ева полностью выздоровела. Хорошо, отлично! Ух ты, и поскакала! Ну ты давай поаккуратнее, Ева. Ладно, видимо, совсем хорошо. А я думаю, что переноска мне больше не понадобится. Фух, а то спина устала таскать такую здоровую. Но ничего, зато не в колясочке. А я думаю, что теперь тогда, хотя настало время для нашего небольшого путешествия. Надеюсь, девчонки готовы. Ну что, отправляемся? Ну вот мы и на месте. Девчонки, как вам сюрприз? Ого, красивый дом, вау, и костюм какой! Спасибо, да, это, котят, как вы поняли, обновленная школа феи принцессы русалок. И вы, девчонки, тоже туда поступите, чуть позже. Потому что сейчас у нас вечер, который мы проведем в моей новой шикарной квартире, которую я даже, котят, не видела сама, вы смотрите. Как тут красиво, просто обалдеть. Ух ты, котят, вы смотрите, у меня даже есть компьютер свой, я могу зайти. Да, кошка Лана, и у меня какая-то награда, 100 бриллиантов, спасибо большое. Спасибо, завтра нужно зайти и еще взять. Девчонки, потом сможете поиграть за компьютером, а пока что я предлагаю осмотреть все мои апартаменты. Так, Ульян, ты потом поиграешь, пойдемте на кухню, посмотрим, у меня там даже елка стоит новогодняя, вот это здорово. Котят, очень красивый дом, а вы писали мне в комментариях, что здесь прошло обновление, и я очень захотела привезти сюда девочек, и оказывается, это было не зря, смотрите, как здорово. Очень красиво. Ева, ты куда пошла? Ты чего открыла духовку? Еще и себя прижал. Нет, вы посмотрите, мне кажется, девочек здесь вообще без присмотра нельзя оставлять. Пошла прыгать. Так, девчонки,
Мне кажется, сейчас Ева еще раз ногу сломает, если куда-нибудь здесь заберется. Надо за ней приглядывать. Точно, их точно нужно отдать в школу феи, принцесс и русалок, чтобы их научили правильному поведению. Ну, насчет Ульяны я не сомневаюсь, а вот ей бы не помешала пара уроков, как ведут себя принцессы, да уж. Ну что, я думаю, что стоит начать. А девчонки, по-моему, себе кровати выбрали? Вы смотрите, она даже закрылась! Вот это да! Мне кажется, Ева выбрала себе кровать. Ульяна, а ты какую кровать выбираешь? Удобно? А, по-моему, она выбрала, будет жить на кухне, хотя тут такой огромный диван, что, в принципе, можно и здесь побыть. А тогда мне остается вот эта огромная принцессочья кровать. Вот это здорово! А ну-ка, давайте-ка расслабимся здесь. Шикарно! И, кстати, мы еще не посмотрели одну комнатку, пойдемте. Так. Или же Ульяна здесь будет? Я могу спокойно отдать тебе эту кровать. Мне все равно потом завтрак на кухне готовить. Так что если я здесь посплю, мне кажется, ничего страшного не произойдет. Мне кажется, Ева очень давно уже стоит за занавеской, а теперь сидит. Там все с ней в порядке. Я понимаю личное пространство и все такое, но это комната с выходом на улицу. Надеюсь, что она не соберется прыгать через окно. Все в порядке. Ева! Да, Ева открыла, все хорошо. Ну что? Пойдем смотреть квартиру. Точно, мы же еще не были в ванной. А что-то мне подсказывает, что она тут должна быть просто шикарная. Ну что, побежали. Мне кажется, что вот там я видела проход. Да-да-да, вот и полотенечки лежат. Здесь так удобно. Ева, если я тебя здесь оставлю, ты что-нибудь учинишь. Пойдем с нами. Я думаю, что там будет тоже очень удобно. Пойдем. Мне так нравится, что Ульяна всегда принимает мою сторону. Это просто потрясающе. Ладно, отлично, по-моему, я поняла, как можно заставить Еву делать то, что я хочу. Отлично, итак, идем. Ух ты, котят. Смотрите, тут полотенечки. И вот она, просто шикарная, огромная ванна. Ну что, ой, я уже залезла. Девчонки, проходите. Давайте-ка включим здесь что-то. Это свечки, что ли? Ой, и я сюда тоже. Я себе сейчас, правда, хвостики подожгу. Ну ничего страшного. Ух ты, котята, это просто прекрасно! Да, Ульян, я с тобой полностью согласна. Ух ты, смотрите, у нас на подоконнике снег лежит. И там все так красиво, круто. Здорово, а ну-ка, если вот сюда вот нажать мне... Ой, прости, Ульян, я, по-моему, тебе волосы намочила. Я думала, что кран явно пониже где-то находится. Ай, ничего, мы тебя потом феном высушим, куда побежала? Ладно, я выключу, все, можешь заходить. Надеюсь, вода была не холодная, кстати. Ну ладно, я думала, что нам, конечно, купальники надеть сначала, но мы высушимся, ничего страшного. Ну что, девчонки, я думаю, пора выбираться из джакузи. Так, ой, я случайно полетела, я уже забыла, как это здесь делается. Ладно, сейчас я вот остановлюсь, ой, ого, как это? Вы тоже так сможете, когда закончите школу феи, принцессы, русалок. Я уже и забыла, как это классно. Ух ты, тут еще и новые позы каждый раз. А когда мы туда пойдем? После выходных, с понедельника, на следующей неделе. Потому что сейчас, я думаю, нам нужно немножечко отдохнуть. Да еще и записать вашу школу, наверное. Так что, ждите. Я думаю, девчонкам там очень понравится. Круто, отлично. Ну вот, я устрою двух дочерей в школу, и они даже будут рады туда ходить. По-моему, просто здорово. Итак, а теперь... Прыгают, вы смотрите. А теперь берем... Ой, тут что, зубная паста? Девчонки, берем зубную пасту, зубную щетку, чистим зубки. Потом полотенечко, вытираемся и спать. Потому что уже поздно. Снег такой идет, и мы довольно долго сюда добирались, если честно. Отлично, почистили зубки. Так, я еще немножечко. У меня, правда, зубной щетки не видно из-за этих перчаток с лапками, но ничего. Котят, по-моему, у нас в туалете пола нет. Это надо позвонить каким-нибудь службам, потому что я не знаю, что делать в такой ситуации. Вы смотрите, там видны здания. Тут же высоко мы живем. Так, ладно, девчонки, теперь берем полотенце. Ой, я, наверное, перестану летать, потому что маленькое слишком помещение. Так, полотенечко, вытираемся. И... Ух ты, а это что, этот цвет?
Можно выбрать цвет. Давайте вот такой лиловенький. Не знаю, цвет чего это, но на всякий случай пусть будет. О, котят, я замоталась в полотенце, смотрите! Здорово! Ева замотала голову. Вот это круто выглядит. Ну что, девчонки, сушимся и спать. Ульян, ты будешь вытираться? Девчонки замотали головы. Я, наверное, тоже возьму полотенце для головы, оно поменьше. И сейчас замотаю себе, ну, чтобы все по-честному было. Вот такое вот фиолетовенькое, отлично. Ну что, мы теперь после спа-процедур все очень похожи. Идем выбирать себе кровати. Девчонки, каждый быстренько бежит и выбирает свою кровать. На счет три. Итак, 1, 2, 3, побежали! Ух ты, так, я выбрала эту, а Ульяна на кухне? Ой, спасибо большое, мне достается огромная кровать принцессы. Если честно, я думала, что ее выберет Ева. Ну, она, правда, очень во вкусе Евы, но ничего. Мы можем потом и поменять. Ну что, котят, нас завтра ждет очень интересный день. Я думаю, что стоит вот так вот выключить немножечко. Ух ты, тут свет выключается! Вот это здорово! Ну что, девчонки, вам спокойной ночи и готовьтесь к поступлению в школу феи принцессы русалок! Нел! Спокойной ночи, гасите свет! Спокойной! И Ульяна тоже что-то написала, не видно, прямо тут далеко находится. Спокойной! Ну что, Катя, а вам всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Мяу, всем пока!